Последний звонок лицея имени Николая Ивановича Лобачевского прошел в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Все подробности с торжественного мероприятия расскажем в следующем сюжете. Елена Скоперцина, как директор лицея, в числе первых сказала напутствующие слова своим выпускникам. 11 класс – это очень ответственный момент, допуск государственной итоговой аттестации. Я верю, что у наших выпускников все будет хорошо, они получат свои заветные 100 баллов и, конечно же, будут счастливыми людьми. Поздравить лицеистов пришел и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Желаю удачно пройти этот аттестационный период, получить хорошие результаты и стать студентами высших учебных заведений нашей страны. Выпускники лицея не просто показали концерт для гостей, но и поделились своими эмоциями и выразили благодарность преподавателям. Эмоции, естественно, присутствуют, эмоции разные, то есть одновременно и радость, и грусть. Это все-таки все одновременно сочетается. Но, с другой стороны, это большой шаг во взрослую жизнь. Фарида Ишкинеева от имени родителей выпускников поздравила учеников с последним звонком. Мы очень надеемся, несмотря ни на какие трудности, которые сегодня имеют место быть, у наших детей будет хорошее будущее. И школа дала нам хороший старт. И, надеюсь, они весь тот потенциал, который у них есть, умеют реализовать. Энджи Минибаева, Фарид Захидоглы, Универньюз.